Уникальность дома-музея Ленина в том, что в экспозиции представлены подлинные предметы семьи Ульяновых. К ним относится томик стихов Николая Некрасова в темном бордовом переплете, прижизненное издание поэта 1863 года. Книга хранится под стеклом овального столика в кабинете директора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова, главы семейства. Вспоминая гимназические годы, Владимир Ильич говорил, что был воспитан на Некрасове. В тексте встречается многоточие, цензурное изъятие, так как поэт выражал настроение революционных демократов, его стихи подвергались жестокой цензуре. Благодаря своему отцу, младшие Ульяновы знали строки первоисточника и вписывали вычеркнутые цензором слова. Поэтому в томике Некрасова сохранились многочисленные пометки простым и синим карандашом на страницах между строк в оглавлении книги. В 1940 году директор дом-музея Александра Георгиевна Каверзина поинтересовалась у Дмитрия Ильича Ульянова, чьей рукой сделана эта карандашная запись, и получила ответ рукой Марии Ильиничны Ульяновой.